конечно, все это мелочи по сравнению с другой угрозой из космоса. Австралийские ученые испугались сами и пугают остальных красным гигантом Бетельгейза. Это одна из самых ярких звезд. И вот сейчас она вся сжалась, покрылась пятнами, да еще и пульсирует. Скоро взорвется, уверен астроном, и станет вторым земным солнцем. Ну что дальше? Пока еще спорят. Одни обещают шоу вселенских масштабов, два огненных шара на горизонте действительно впечатлят кого угодно. Другие опять вспоминают обещанный конец света. Ян Воскресенский разбирался, чему верить. То ли космическая феерия, то ли катастрофа. Австралийский физик и не ожидал, что его предположение обернется научной сенсацией. Наблюдая за звездой Бетельгейзе, он решил, вот-вот она взорвется и станет для Земли вторым солнцем. Последний раз такое случалось почти 1000 лет назад. Если все пойдет так же, Бетельгейзе будет казаться Земли диском. Меньше солнца, но больше луны. И увидеть второе светило можно будет не только ночью, но и днем. На протяжении пары месяцев. Звезда сбрасывает свою оболочку, это еще не страшно. А вот центральная ее часть, ядро, сжимается и, как правило, взрывается. Мы это называем вспышка сверхновой или взрыв сверхновой. Бетельгейзе – красный гигант, один из ближайших к Земле. В последнее время ученые заметили, звезда пульсирует, а это верный признак грядущего взрыва. Это предсмертная стадия. Она стала так называемым красным сверхгигантом. Почему сверх? Да потому что ее размер сейчас в 1000 раз больше, чем у Солнца. Если бы ее поместить на место нашего светила, она заняла бы всю Солнечную систему, и почти все планеты утонули бы в ней. На Земле уже начали готовиться к худшему. Вспышки на Солнце и так беспокоят чувствительных людей. Когда взорвется красный гигант, врачи советуют запастись лекарствами. Будет увеличение обращений к врачам в связи с ухудшением здоровья общего, и обострение хронических заболеваний, и особенно людей, страдающих психическими какими-то болезнями. В астрономическом сообществе спохватились. Слухи о грядущей кончине звезды объявили околонаучным мифом. Но фантазию уже не остановить. На планете Земля ждут второе солнце. Земля почувствует это очень сильно приливом энергетики. То есть, как представляете, второе солнце. Время может убыстриться. Все очень закрутится очень быстро. То есть, это предположительно же на май месяц 2011 года. Впрочем, специалисты по запредельным сферам напоминают, звезду Бетельгейзе с древности связывают с дьявольскими силами, а если она подождет взрываться до следующего года, то впишется и в теорию о грядущем конце света. Из средневековья дошло предсказание, когда на небе появится два солнца, не будет ночи, Земля превратится в пылающий ад. Правда, нынешний автор научной сенсации, увидев, какую панику вызвала его теория, тут же оговорился. Взрыв Бетельгейзе может произойти сегодня, либо в любое другое время, в течение ближайшего миллиона лет. Ян Воскресенский, Ксения Некрасова, Екатерина Галицкая, Пятый канал.